В Южный военный округ пришла новая военная техника. В Грозном встретили 7 БТРов и 4 танка Т-72Б «Рогатка». Они оснащены усовершенствованным двигателем и маскировочным комплектом «Накидка», который делает машину практически неуязвимой для современных средств высокоточного оружия. Кроме того, на танках установлена специальная система электромагнитной защиты, которая обеспечивает преждевременный подрыв магнитных мин. В ближайшее время «Рогатки» пополнят все соединения России.